И Бог благословил его. Бог благословил его. Ну, скажу вам кое-что. Я и сам неплохо живу. У меня магазин по Аранции, Алабама. Италия номер один. Коберн Каунти. И 4 в Штатах. Так что это неплохо. Я играю в гольф несколько раз в неделю. Но говорю вам, если бы Гобер послушал бы меня, я был бы все еще на радио. Все еще на радио был. Как вам это? Черт подери, я перепробовал все, что только мог. Чтобы обратить его в нормальный диджей. Этот парень суперсильный, говорю вам. Вот старый мужик, черт побрал. Я скажу это и без стыда. Мужик, любитель, дурачок. Он любитель, знаете, он как ребенок. Я говорю вам. Нет Бога, пока Говард Стерн ходит по земле. Говорю вам, мне нужно.